Құрметті әріптестер, және көрермен, Абай облысының өңірлік коммуникациялар қызметінде кезекті баспасөз мәслихатын бастаймыз. Бүгінгі қозғалатын тақырып репродуктивті денсаулық апталығы бойынша сөз қозғайтын боламыз. Спикерлермен таныстырып өтсем, Оралтаева Гүлжат Қабдрахманқызы, облыстың штаттан тыс бас балалар гинекологы, және Жұманова Райгүл Қыдырғалиқызы, Абай облысы бойынша отбасын жоспарлау жөніндегі үйлестіруші, және Жұмагелдин Зәуре Тұрсынғалиевна, жас өмір денсаулық орталығының координаторы. Жалпы 2024 жылдың 24 маусым айынан бастап Қазақстан Республика президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссиясының бастауымен бүкіл республика бойынша ауқымды шара репродуктивті апталық басталып кетті. Сол шараға бізде Абай облысы тарапынан үлкен үлес қосып жатырмыз. Шараның басты мақсаты ол жаңағы халық арасында репродуктивті денсаулықты туралы басты ақпараттарды, сенімді ақпараттарды халық арасында тарату және салауатты өмір салтын насихаттау болып табылады. Біздің негізгі аудиториямыз ол жастар, жасөспірімдер, сондаймен қатар туу жасындағы ерлер мен әйелді адамдар және де медицина қызметкерлері, сонымен қатар білім беру саласындағы қызметкерлер болып табылады. Біздің шарамыздың басты мақсаттары бұл жаңағы жасөспірімдер арасындағы ерте жүктілікті, жыныстық жолмен берілетін инфекцияларды және де жатыр мойны обыры ауруларын алдын алу мәселелері бойынша жұмыстар атқару болып табылады. Және де бұл апталық негізі 5 күнге бөлінген, және де әр күн өзі бір тақырыпқа байланысты өтеді. Бірінші күні ол жалпы репродуктивті денсаулық мәселелері, екінші күн репродуктивті денсаулық, соның ішінде жастар мен жасөспірімдерге аса басты назар аударылады. Екінші күнде бұл отбасын жоспарлауға арналған күн, үшінші, төртінші күні бұл жыныстық жолмен берілетін инфекциялар, сонымен қатар ВИЧ инфекциясы, бесінші күні бұл жалпы апталықты аяқтау, туындаған мәселелер және де жатыр мойны обырын алдын алуға арналған вакцинациялау туралы сөз қозғалады. Жалпы бұл апталық өте маңызды болып шара болып табылғандықтан жоғары деңгейде өткіземіз деп сенеміз. Соған білікті мамандар бәрі атсалысуда. Репродуктивное здоровье – это не только полное физическое, но и психическое и социальное благополучие. Мужчин, как мужчин, так и женщин, то и, конечно, акцент у нас идет на подростков. Среди 20 миллионов жителей Казахстана 10 миллионов у нас подростки. И, значит, женского населения 4 миллиона женщин и 6 миллионов детей. Среди них подростки, это старше 15, возраст 15-17 лет, составляет примерно около миллиона. Это очень большая цифра, конечно. Если смотреть по нашей области, например, в равных пропорциях как мальчиков, так и девочек, то по нашей области 88 тысяч общее количество девочек. Значит. И в возрастной структуре, конечно, если говорить о 15-17-летних девочек, это 14 тысяч, чуть более 14 тысяч девочек. От 5 до 9 лет 25 тысяч девочек. На репродуктивное здоровье влияют не только наш образ жизни, то есть это хронические стрессы, какая-то низкая физическая активность, раннее начало половой жизни, но и, значит, вредные привычки, такие как табакокурение, наркозависимость, экологический фон нашего региона тоже является одним из самых неблагоприятных факторов для здоровья в целом женщин. И, конечно, социальная среда. Здесь и прожиточный минимум, и уровень безработицы имеет свое значение. И, конечно, как акушер-гинеколог, я могу сказать, здоровая мама начинается со здорового ребенка, конечно, со здоровой девочки. Поэтому в тематике этой недели у нас и разбор инфекций, передающихся половым путем, и
с этим связано и планирование семьи, и контрацепция. Если говорить по контрацепции и планированию семьи, хочется сказать, что средний возраст дебюта начала половой жизни среди подростков в Республике Казахстан составляет 16,5 лет. Ну и среди них 17% подростков за это время после 15 лет хоть один раз беременела, к сожалению. Конечно, из них 62% заканчивается абортом, и 20% заканчивают беременность, 22% искусственным абортом, и 16% есть, конечно, самопроизвольных выкидышей. Если смотреть по в графике там 21, 22, 23 года, в течение вот этих трех лет подростковая беременность снижается. Я думаю, это связано с работой как педагогов, как родителей, так и наших молодежных центров, врачей, акушеров, гинекологов на ПМСП. И, значит, на данный момент, например, по нашей области, если в целом говорить про беременность, это 15 девочек. И все они старше 15 лет. Средний возраст где-то 16,5-17,5 лет у наших таких девочек, юных мам. Количество родов за первое полугодие 2024 года тоже составило цифру 15. И это где-то на одну треть ниже, чем в сравнении с прошлым годом, с полугодием 2023 года. Еще хочется мне сказать, раз у меня есть такая возможность на брифинге, о том, что в этом году есть уникальная возможность вакцинировать девочек 11 лет на такой государственной, это такой государственная программа, абсолютная бесплатная программа для девочек 11 лет. Это против вируса папилломы человека. Как предыдущий спикер говорил, это профилактика в первую очередь рака шейки матки. К сожалению, в Казахстане 2000 женщин ежегодно заболевают раком шейки матки, и 600 из них умирают. То есть женщины обращаются в очень поздней стадии, когда очень сложно спасти жизнь. Это угроза для жизни женщины. Есть моменты, когда раком шейки матки погибают от рака шейки матки очень молодые девочки. Вот, в прошлом году были единичные случаи, когда умерла 20-летняя девочка от рака шейки матки, который у нее практически была впереди большая, красивая, хорошая жизнь, но, к сожалению, от этого заболевания жизнь ее вот так скоропалительно закончилась. Что можно сделать? Это в первую очередь вакцинировать наших девочек. Вакцинация – это 100% гарантия о том, что ваш ребенок не заболеет раком шейки матки. Ну, цифра большая, 2000, кажется вам большая, небольшая, но вот если в сравнении 2000 для Казахстана с населением 20 миллионов и в Англии, где проживает более 72 миллионов человек, и у них тоже 2000 ежегодно фиксируется рак шейки матки. Но в Англии это уже государственная программа. И хочется сказать, что все страны Европы, это более, и не только страны Европы, более 120 стран в мире вакцинируют своих девочек от вируса папилломы человека. Из них 48 стран внесены в свою программу вакцинирования и мальчиков. Если женщин можно вакцинировать и девочек до 45 лет, то юноши, к сожалению, только до 25 лет. И у них тоже это профилактика рака половых органов. У нас вообще в городе 3 молодежных центра, которые обслуживают молодежь с 10 до 29 лет. Это на базе 2-й поликлиники и на базе железнодорожной больницы. Но также в городе Аягузе, который охватывает огромное население подростков и молодежи. Для чего были созданы молодежные центры? Молодежные центры – это такая фишка, в отличие от медицинских учреждений, которая имеет отдельный вход, в который в молодежный центр можно прийти любому человеку, как девушкам, так и юношам, до 29 лет, но планируется продлить возраст до 35 лет молодежи.
с целью получения консультаций, медицинских услуг. Консультации не только медиков, акушер-гинекологов, урологов, дерматовенерологов, также юридические консультации и также социальные работники у нас, психологи. Проводит консультацию всех обратившихся добровольно, причем обратившихся в молодежные центры. Есть у нас 4D. Это добровольность, что все идут в молодежные центры, подростки и молодежь без направления, без принуждения. Доброжелательность, то есть все специалисты очень настроены доброжелательно в решении всех вопросов, которые возникают у подростков и молодежи. Также доверие. Основное, наверное, нужно остановиться, что это конфиденциальность. Анонимно каждый может обратиться, если подросток не захочет сказать фамилию или имя, адрес, ну, обратиться с какой-то проблемой к специалисту, то это тоже возможно. Анонимность и конфиденциальность, конечно, это один из принципов работы молодежных центров. Ну и, конечно, доверие. Про доступность я сказала, что не обязательно прикрепленной быть первой поликлиникой, второй, то есть с любого города, с любого района могут подъехать, подойти в молодежный центр, имеющийся отдельный вход, где с родителями они не встречаются и могут получить консультацию. Очень и очень, конечно, наверное, большое значение, что с 24 по 30 идет неделя по охране репродуктивного здоровья. Иными словами, это воспроизводство нашего потомства. Все девочки – это будущие мамы, все юноши – это будущие отцы, будущие наши воины, наши защитники, будущее. Поэтому, конечно, их здоровье в первую очередь беспокоит всех сотрудников молодежного центра. Вот во время недели репродуктивного здоровья можно как раз решить все вопросы по планированию семьи, то есть решить вопрос, сколько и когда иметь детей, когда начать половую жизнь, о вреде, о профилактике болезней, передающихся им половым путем, о вреде во время беременности, до зачатия алкоголя, приема алкоголя и курения, также о вакцинации. Вот что сказала Гульшат Хабдрахмановна, то, что в тех странах, где проводится вакцинация против вируса папилломы человека, практически нету рака шейки матки. Ну, который уже, как заметили, что помолодел значительно. Что мы делаем в эту неделю? Помимо консультации, помимо приема и оказания медицинских услуг, мы раздаем раздаточный материал. Это листовки, это буклеты, это информационный материал, который поможет, если есть вопросы, если нет вопросов по репродуктивному здоровью, то профилактику заболеваний, инфекций, передающихся половым путем, профилактика всех заболеваний или всех моментов, которые могут повлиять на беременность, на рождение ребенка, на именно функционирование репродуктивной системы. Я бы хотела вот главному гинекологу задать вопрос по поводу, вот существует обычно такое распространенное мнение, что ранние половые связи у девочек зарегистрированы из таких слоев населения, как говорят, неблагополучных, да? На ваш взгляд, это действительно так или это миф, или там бывают дети из благополучных семей? И еще вот по информации Министерства, ну, внутренних дел наших органов, что нередки случаи насилия над девочками именно в семье происходят. Так ли это? Ну, насчет... спасибо за вопрос. Подростковая беременность...
Конечно, там, где социально неблагополучные слои населения, не так все, не так все хорошо в семье, так скажем, да, все-таки ребенок останется больше бесконтрольным, да, он больше свободы у него, ну, свобода, конечно, это в кавычках, да, и конечно, он, у него есть свободное время, неконтролируемое родителями, и он чаще вступает, наверное, так скажу, начинает раннюю половую жизнь. К сожалению, да. К сожалению, такое тоже прослеживается. Но если говорить по... давайте по статистике, да, так скажем. У нас подростки есть, которые в городе, которые есть в селе. И среди них, наверное, все-таки городские подростки, они начинают раньше половую жизнь. Я, наверное, считаю, что с моментом этой урбанизации это тоже имеет немаловажный фактор в развитии начала половой жизни. Насчет насилия в семье, вопросы такие тоже всплываются, есть, и по ним возбуждаются уголовные дела. Да? И как детский гинеколог я у них присутствую на консультациях, с ними занимаются, у нас есть и центры, есть и психологи. Я не могу сказать, что это много, что это какой-то процент, это единичный случай, но это статистика, там единичный случай. Но я считаю, что каждое здоровье, каждый психостатус каждого ребенка – это несравнимо ни с какой процентом. Даже если это будет 1-2 случая, это, извините, это жизнь одного, двух детей, да, поэтому, да, есть такие моменты, к сожалению, по Волжскому у нас тоже такие есть. Вот вы общались со своими пациентками, с юными мамами, да, вот они говорят, как бы их уровень знаний в отношении вот репродуктивного здоровья, они вот не осведомлены, да, или как вот у них вот это получится, они не знают, да, что вот можно забеременеть, что надо контрацептивами пользоваться. Вот, они, уровень осведомленности, так скажем, молодежи, каков? Я вообще в целом считаю, что наша молодежь очень у нее есть информация, да, так скажем, о возможности беременности, да, вообще, они в целом, потому что у нас, извините, контент, информационный контент, он загружен. Вот, и фильмы, нету защиты детей, во-первых, от каких-то фильмов, где есть какие-то, встают очень рано сексуальные вопросы и так далее. Да? В школах раньше был предмет валеология. Его говорили, что будет внедрять. Там как раз-таки уже в школах говорилось, поднимался вопрос о вреде ранней половой жизни, да, потому что мы уже немножечко сказали, да, какие могут быть осложнения. Вот. Поэтому, мне кажется, это проблема не только врачей, детских гинекологов, это вообще проблема всего социума. Это и родители в первую очередь тоже, потому что родители наши очень заняты, да, очень заняты обеспечением семьи и так далее. Вот в эти моменты ребенок остается сам с собой. Ну, не то, что сам с собой, у него есть там друзья и так далее, какая компания, да, сколько вот, и поэтому все это взаимосвязано. И это не только родители, это должна быть и школа, это должны быть и конечно, и врачи тоже, это должно быть информационное поле, я думаю, всего государства, потому что это не только на эту неделю нужно об этом говорить. Это нужно говорить в целом всегда, это нужно освещать. И этим вот постоянно занимаются наши молодежные центры. И, кстати, у нас 4, у нас еще в городе Аягу здесь да, молодежный да. центр. Да, 3 больших в нашем городе, один в городе в Аягузе. Конечно, хотелось бы, чтобы эти молодежные центры были в каждом районе, чтобы, ну, потому что вот если говорить про подростков, то где-то по численности
районной области находится 38 тысяч подростков. Если по городу, то 49. 38 тысяч находится по районам. То есть в районах тоже должны быть молодежные центры, и с ними тоже нужно работать. Они, конечно, учатся, кто-то в школах, кто-то учится, это здесь будет молодежный центр по городу, а в районах должны работать с ними районные молодежные центры. И такая программа, она должна быть охватывающей все моменты, все детали. И да, дети у нас очень любознательные. Я еще хотела сказать, что у нас менталитет... немножко яд у нас больше, чем откровенности. Поэтому в семьях мало говорят на проблемы полового развития, мало говорят о там, сексуальные какие-то вопросы. Это как будто бы в семьях яд. Но надо говорить, потому что это веяние нашего времени. Это в основе все лежит. Будущее, здоровые наши дети Казахстана. И я думаю, что воспитание половое нужно вести с маленького, с рождения, в семье, когда, извините за банальность, когда на горшочки садят девочек и мальчиков вместе, мне кажется, что они должны уже знать сейчас, что мальчики отдельно, девочки отдельно. То есть какие-то вопросы возрастные, конечно, согласно возрасту, детям не будешь читать о ранней половой жизни, но уже такое разделение оно должно быть. И воспитание должно половое начинаться именно с семьи. Вот это я хотела добавить. Жақсы, рахмет. Біздің брифинг әлеуметтік желіде өтіп жатқандықтан мынандай сұрақ келді. Жас өмір жастар денсаулық орталығына қандай мақсатта жүгіне аламыз дейді. Жалпы орталық жайында айтып өтсеңіз дейді. Ну, я как уже сказала, что находится у нас ЖАС ВМР, молодежный центр, на базе студенческой поликлиники, филиал поликлиники номер 1 на 72-м квартале. Значит, у нас принимает акушер-гинеколог, принимает дерматовенеролог, уролог, мальчики могут, юноши, получить замечательную консультацию, не только консультацию, они выходят вот в школы, в колледжи, в университеты, уходят, читают лекции на предприятиях, где есть молодежь, пожалуйста, мы с удовольствием занимаемся как вопросами репродуктивного, так и психического здоровья. Замечательные психологи у нас есть. И, значит, все они могут оказать не только медицинскую, я уже сказала, ну и социальную, юридическую помощь. В любое время, пожалуйста, без записи и без направления, без прикрепления. Свобода. Жақсы, рахмет. Басқа сұрақ жоқ болса, бүгінгі баспасөз мәслихатын аяқтаймыз. Көңіл қойып келгендеріңізге рахмет. Ақпарат түсінікті болды деп ойлаймыз. Сіздерге көп рахмет. Күндеріңізге сәттілік тілейміз. Сау болыңыз. Сау болыңыз.